Саш, привяжи меня к кровати. Я хочу не двигаться, когда ты со мной будешь это делать. А зачем тебя привязывать? Если хочешь не двигаться, то веди себя просто как обычно, да и все. Ой! Я никого не хочу оскорбить. Кстати, всем здорово, Саныч на связи. Забыл. По бицухе, судя по бицухе этой дамы, барышни, блин, у меня не такая даже, ё-моё, смотрите, у меня ей вот в два раза больше, там банки по 50 сантиметров, нет, это комплимент даже, да, просто я к тому, что чтобы её привязать, нужно на шахтный трос, ну, представляете, если там какой-то шпагатиком его привяжут, это, она его даже напрягаться не будет, руки просто сюда этот раз заведет и оборвет его нахрен, да, это первое. Вопрос второй, ребята, напишите в комментариях, доверили бы вы своему партнеру себя привязать, там неважно, там вы мужчина, женщина, как бы своей, так скажем, половинки, не жопы, а именно любовной половинки. Я, наверное, скорее всего бы нет, потому что, а кому сейчас можно доверять, ребята? Ну его нахрен. Это ж что она сможет сделать? Все свои обиды, всю свою злобу, все свои там какие-то тайные, я не знаю, фантазии воплотить. Не-не-не-не-не-не, я этого разрешать не буду.